Наш городской округ год за годом преображается, и соответствовать современным требованиям к архитектурному облику обязаны и стационарные торговые объекты. В Подмосковье вектор работы в этом направлении задал губернатор Андрей Воробьев. Согласно его распоряжению, старые киоски подлежат демонтажу и замене на новые с большей площадью остекления и цветовым решением, гармонирующим с городским пейзажем. В нашем округе эта работа активно проводится с осени прошлого года. И вот демонтирован очередной объект, внешний вид которого устарел. Палатка «Щелковый хлеб» на улице Авиационная 2 продолжит радовать жителей Монина своей продукцией, но уже в обновленном виде. Сегодня присутствуем в месте размещения нового объекта. Это хлебный павильон, принадлежащий компании нашего лидера «Щелковый хлеб». Вот такой павильон появился вместо тех, которые были раньше, старые, устаревшие. Мы всех видели, они желтые, немножечко уже не соответствуют принятому на территории городского округа архитектурному облику. Компания идет охотно, понимая всю необходимость улучшения городской среды, идет охотно на замену этих павильонов. И получается вот такие. Павильон расположен в пешеходной зоне, место для него было специально спроектировано при производстве благоустройства. В принципе, это такая новая концепция благоустройства.